Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в игру Silent Hill 2 Remake, и мы находимся с вами в жилом комплексе Blue Creek, второй этаж. Это здание прям смежное с теми Woodside апартаментами, в которых мы были в прошлой серии. Мы находимся в комнате с часами. А, загадка с часами. Как раз таки здесь я и тормознул, потому что не хотел заморачиваться и решать ее тогда. Я был уставший, сейчас я отдохнувший. Генри Страшен Скотт. Что? Генри Страшен Скотт. Он спрятаться спешит. Ни часа не теряя, на запад он бежит. Типа, Генри боится Скотта, вот что значит. А Скотт лежит ничком, не видит, что все ниже. Спускается и Милдред с каждой минуткой ближе. Ага, это про часы. Ну да, там даже нарисованы часы. Итак, Генри Страшен Скотт. Он спрятаться спешит. Ни часа не теряя, на запад он бежит. Типа, Генри — это час. Стрелка часов, которая именно часы обозначает. Получается, вот этот... Ой, погодите. А у нас нет ни одного примета. Нам стрелки-то еще найти нужно. Вот, Скотт. Чего? На запад, получается, вон Генри. Дальше идет неизвестная, это секундная стрелка Милдред, она спускается. И вот Скотт, нужно будет понять, куда Скотт. Легкая загадка получается. Сложность только в том, что нужно найти именно сами стрелки. Давайте, ладно, осмотрим еще раз эту квартирку. Что я, по-моему, по ней даже толком и не бегал. Может, есть что? Кстати говоря, давайте посмотрим наш инвентарь. У нас всего лишь есть... шприц спидозного нарика, героинщика, и какой-то напиток, вкусный напиток. Я все-таки угораю с того, как разработчики решили добавить шприцы в игру. Я не знаю, такого в оригинале не было, такого безумия. Это настоящее безумие. Джеймс, он сумасшедший. Страшно. Страшный звук. Кто постучал? Из этой двери, H, которая, мы сюда ходили, мы сюда не ходили, 210-я. Черт, она закрыта. Но мы сможем туда пробраться, видимо, потом. Или с другой стороны. Оу, смотрите. Патроны. Стоп. Все, мы больше никуда не можем отсюда. Буква H, G на двери. Генри. Мы там Генри найдем, возможно. Здесь есть лестница, по которой... Хрен мы спустимся. Как обычно, я буду играть. Я, так как я знаю уже, в чем суть игры, поскольку я играл в оригинал, это я для тех, кто вновь подключился, говорю, я буду играть, не буду спойлерить. И, возможно, буду что-то рассказывать, свои наблюдения. Я не так давно, на днях, пересмотрел анализ сюжета Silent Hill'а, чтобы самому вспомнить, как, чё, и, может быть, какие-то новые мысли словить поверх этого. О, блин, блин! Вот это было очень страшно, вот это было пипец как страшно! Так, отойди от меня, брась, сдохни. Охренеть, как хорошо была поставлена эта сценка. Так, я, знаете, что сейчас подумал? Я подумал, что... у современного игрока наверняка сейчас манекены вызывают, ну, типа, ну, манекены, да, ничего такого. Я тысячу раз видел манекенов в играх, хоррорах. То есть это что-то, ничего-то выдающееся, оригинальное. Сука, я помню, когда я был мелкий, для меня манекены впервые были презентованы в хоррорах именно в этой игре, Silent Hill 2. Ну и посмотрите, какие они здесь, у них ноги. С двух сторон. Это две нижние части манекена, скрепленные вместе. По-моему, очень крутой дизайн. И, блин, я понимаю, насколько сейчас это незначимо для вас, современных ребят, которые вот только впервые видят эту игру, типа. Это забавно. Это забавно. Смотрите, телек. А, еще шприц. Класс. Именно в этом месте стоит подбирать шприцы. Миска. Собачья миска. Ладно, нам нужно выходить отсюда. Телек же был включен еще, кстати говоря. Смотрите. Ничего. Что
что можно подвинуть. Не, получается, мы просто возвращаемся обратно. Стоп. Еще разок. А как вернуться из этой комнаты? Из 203-й-то никуда больше не пойти. Разве что вот это? Нет. Точно, мы же можем здесь разбить, да. На. Слышу. Ой, во-во-во-во. Ах, впервые меня таракан укусил. Блин, 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 как же мерзко. Как же мерзко. Как же мерзко. Заползло. Нехорошо, нехорошо получилось. Выходим. Где я? Мы в комнате какой-то, в квартире, это не коридор. Вы же видите, да, насколько эти апартаменты выглядят хуже, чем предыдущие, в которых мы были. И посмотрите вот на это. Странный дизайн для квартиры, да? Даже если она заброшенная, странно это все выглядит. Позже я расскажу, что это такое. Почему оно такое. Окей, выходим на лестничную клетку. Джеймс слишком громко вдохнул. И выдохнул тоже. А на это нам... Смотрите, там что, силуэт? Там силуэт. У-у-у. Мы туда идем, кажется. Это в какой квартире силуэт? 300... Нет. 310-й, наверное. Все хуже и хуже. Третий этаж просто мразь. Опа. Отлично, припасы. Ладно, идем дальше. Опа. Фирменная штука в Silent Hill. Это кресло-каталка. Нет, 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 нет. Ладно, ладно, это не такая опасная штука. А вот этот живой? Вы знаете, они, эти более окровавленные, чем в городе. Ой, осторожнее. Фига! Я его свалил со второго удара. Воу, отходим, отходим. Это мое желание допинать его, в итоге оборачивается боком для меня. Ой, это манекен, он живой, его надо убить быстрее. Кто их всех убил? Слышите? Шум. Мы не можем пока отсюда уйти. Я еще не все посмотрел. Мне не нравится, к чему все идет. Музыка становится более стрёмной. А, вот же. Ударить. Мама. Получается, мы пройдем. Мы могли и в коридоре походить. Но давайте сначала здесь потусим. Хорошо, хорошо. У нас есть хилка, у нас есть еще что-то. Патроны у нас есть. Так, полностью... У нас все заряжено, отлично. Боже мой. Это тот? Это тот огромный, стрёмный, с пирамиды на башке. Ой-ой-ой, черт, где? Это была подстава, да? Западня. Отходим, отходим. Хорошо, хорошо. А что с музыкой? Что происходит? Только не говорите, что они сейчас все начнут вставать. Так, здесь нужен ключ какой-то. Блин, я боюсь, что сейчас они все встанут.
Я не доверяю. Опа, смотрите. А я был здесь. Окей. Продолжаем идти дальше. 37-я. Открыто. Прекрасно. О, смотрите. Это что, радио? Что? Почему играет эта музыка? Почему по радио играет эта музыка? То есть, это странно, потому что те, кто играл в оригинальную игру, наверняка знают, почему эта музыка играет, в какой момент. Ну, это интересно. Получается, музыка, которая создана, чтобы подчеркнуть историю Silent Hill, звучит реально в мире Silent Hill. Это как будто бы рушит четвертую стену, не кажется? А посмотрите еще. Видите, цепь прямо к двери. О, у меня прям флешбеки из Silent Hill 4. А куда ведет это? Просто на лестничную клетку, она закрыта. А, нам нужно каким-то образом, наверное, цепь будет обрубить, чтобы радио упало и открыло дверь. Тут еще много цепей. Вот в этой комнате. Вентиль. Нет предметов. Конечно же, да. Вентиль как раз-таки позволит радио упасть, наверное. Мы, значит, идем дальше. Стоп, а куда ты смотрел? Джеймс, куда ты смотрел? А, наверное, просто сюда. Окей. О. Вот, кстати говоря, мы на лестнице. Так. Куда-то сюда. Блин! Тут это... О, нет, меня заперли. Где я? В 305-й? Опять? А, ну... Тут не было доступа у меня раньше к ней. Вот к этой части квартиры. Так, ты же встанешь, да? Вот на всякий случай, пожалуй, тебя просто. Итак, 306-я. Это как раз-таки та самая... Да. Сейчас туда пойдем. Вентиль! Я его заберу. Что за... Что это? Что... Опа! Не плюй! Он плюнул. Я сказал, не плюй! Зачем ты плюнул? Ты кто здесь? И оба харкают меня! Черт! Нет! В сторону, в сторону! Упади! Ты сильный, устойчивый! Назад! Ай, ты кто? Каким? Кто сейчас меня харкнул? Что за призрак меня харкнул сейчас? И я... Ага, все. Здесь-то я уже был, значит, теперь нужно идти в эту сторону. Ой, туда можно пойти. А пока я туда не пойду. Пока там страшно. Черт! Подстерегла меня. Опа! А я умею уворачиваться уже. Конечно же, в этой игре сделали большой упор на файт. Он стал более динамичным, более экшоновым. Мне нравилась, на самом деле, отстраненность битв в тех играх. Я знаю, что многие игроки жалуются, типа, блин, комбат мега тупой, неинтересный, скучный и как-то все время косо. На самом деле, там же автоэйм был. И поскольку игра была как бы второго лица, камера сама определялась, в каком месте она будет тебя снимать, как игрока. И ты просто как бы направляешь ствол и стреляешь, и он там автоматически попадал. Но мне как раз-таки нравилась отстраненность вот той части, когда игра, во-первых, за тебя определяла ракурс, на котором ты будешь, с которым ты будешь смотреть на игру. И вот эта вот отрешенность от битвы. Ты как бы бьешь их, но твое лицо все такое же дифферентное, как и всегда. Это, мне кажется, хорошо вписывается в историю персонажа. Что-то шум. Так, а ты какой-то гладенький. А что такой гладкий? Вот этот мерзкий пипец, а ты хорошенький. Умри. Умри красивым и молодым. О, нет. Блин, их харкнул меня. Потому что я тебя обосрал, да? Сказал, что ты некрасивый.
Назад. Он встал! Он ползает! Ковер мне пачкает кровью! Перестань! Все. Он точно не будет бурлить, да? Да, извергать он не будет. О. Я вижу, там можно пролезть будет сейчас в ванную. Так, надо выпить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это плохо. Ой, это очень плохо. Кто? Ага, у меня здесь проход в другую квартиру. О боже мой. Где ты? Где ты? Блин, он где-то здесь. Я знаю, где-то здесь. Ждет меня. Поджидает, гнида. Ну где? А как? Вот он подкрался, круто! Тихо. Сколько их вас здесь? Я не знаю, сколько их здесь. Оп, в сторону. По-моему, здесь двое, да. Попить! Попить, я сказал! Пить! Все, выпил. А! Да я не могу! Я не могу с ними. Перепрыгнуть быстренько. Опа, хорошо, от харчи спасся. Всю кухню заблевал. Наконец-то. С этим покончено. Стена меня защитила. Быстро бьем, отходим. Я что, вступил в говно, да? Я вступил. Она еще какое-то время коцает, надо пить. Смотрите, вентиль. Их надо всех повернуть. Отлично, все. Это плохо? О, отличненько. То, что надо. Так, ребят, вы меня бесите. Пипец как, надо будет стрелять уже. У меня 56 патронов. Нормально, я смогу посражаться. Смогу четко посражаться. Опа, видите, еще что? А ну дай, патрончик. Теперь мне еще и больше. В ногу. Фига! Он среагировал на выстрел в ногу. Я прям в колено попал, и он присел. А, вот теперь-то он сдох. Он что, встал, что ли, там? А че музыка не прекращает? Перестань. Так, ну-ка, здрасте. Я здесь был как раз-таки. А, вот мы и попали сюда. Теперь нам нужно пойти дальше радио. Нет, нам нужно к радио именно, не дальше, а к нему. Мы побежали. А, нет. Хорошо. Опа. Нет! Куча! Куча их! Блин. Все, просто убиваем их. Есть. Где-то еще один ползал. Куда он уполз? Уйди! Все хорошо. Напнуть! Давай, жену! Есть, назад! Так. У меня нету... А как... Как принять... Вкусненький шприц. Вот так. Окей. Кстати говоря, насчет пролагивания, все-таки нам придется смириться с этим, потому что... А игра их включает просто внезапно в какие-то моменты, когда ничего вроде бы не происходит. И я оптимизировал по настройкам, все нормально, выдает 60 FPS, но вот пролаги случаются и ничего не поделать. Что ж, давайте Go Вентиль цеплять. Ну?
получилось. Получилось, получилось. Стрелка! Прекрасно, мы взяли стрелку. И дверь открыли. Вообще отлично. Так, мы здесь уже все ведь смотрели, да? Я все посмотрел. Ну, ребят, мы куда-то проходим дальше. 310-е, 309-е, вот все вот эти новые квартирки, в которых мы еще не были. О! Оу! Оу! Мы хотим вниз, оказывается. Что ж, ладно, я пошел. H! Но она до сих пор закрыта для меня. Стоп. Я думаю, я рано пришел сюда. Мы просто сделали короткий путь. Да. Это короткий путь. Нужно идти обратно в коридор. Слышу, что-то радио начинает барахлить. Начинает что-то на звуки издавать. Вы заметили, что вот эти рандомные звуки из радио? Они такие, как будто кто-то кого-то душит. Это интересное наблюдение. Они специально сделали похожим на удушение? Или нет? Все. Я зря сюда пошел. Так, слушай, но если нам не здесь... Мы все здесь решили. Второй этаж, где мы не были. Буква Г на двери. Надо как-то попасть в ту часть. Я что-то вообще не понимаю, каким образом это можно сделать. Ладно. В таком случае я возвращаюсь. Я возвращаюсь обратно. Сейчас попробую внизу пошерстеть чуть-чуть, посмотреть, куда нас заведет наша судьба нелегкая. Вот здесь. Во-первых, сохранялочка. Сохранялочка готова. Ладно, давай одну стрелку поставим. Все, может быть, если я сейчас ее поверну, это является стрелкой вот этой. Да, это верно. Неприятный звук. Я боюсь таких часов, я очень их боюсь. Хорошо, что-то, может быть, изменилось. Теперь, возможно... Ага, мы открыли. Мы открыли дверь таким образом. Здесь забавно устроены загадки, так что ты как бы можешь их по частям постепенно выполнять. Ты не стоишь в одном месте с загадкой, думаешь. А ты что-то ходишь, по чуть-чуть ее решаешь и в итоге проходишь дальше. Окей, у нас нет предметов. А это что такое? Ого. Нифига нет, надо каких-то лебедей найти нам. Которые хрен знает где находятся. Какая уютная, приятная квартирка, да? Да, я уже вижу, что здесь стена, которую можно пробить. Дверь не откроется. Мне бы припасов найти. То лечиться особо нечем. Последний шприц остался. Оба. Лезем в приятный туалет. Что дальше? Еще глубже. Еще глубже. Это птичка? Нет, это стрелка. Вот этот звук мне не очень нравится. Это что такое? Это что значит? Погоди. Погоди! Все перестроилось. Я же прошел здесь. Че, где я окажусь? Все там же, но...
Ладно, я нашел птичку первую. Это голубь, кажется. Нет, 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 нет. Тебя еще здесь не хватало. Грязная, грязная, мерзкая тварь. Тихо, назад. Блин. Прикольно, что тут не всегда пробел работает. У ворот, я имею в виду. Не смей ползать! О! Мне кажется, игра начинает пролагивать именно там, где выстраивается карта. Вот ты заходишь, и она дальше, видимо, прорисовывается что-то там. Ну вот же здесь птица стоит, я не могу ее взять, нет? Голубок. О, я могу использовать как отмычку. И что, я нажал? Идиот. Хрен. Ну давай, птиц. Ясненько. Получается, мы теперь можем пойти 209-ю налево. Давай 209-ю налево пойдем сначала. Налево выходим. Стоп, 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 стоп. Мне нужен лечиться, лечиться. И у меня в итоге больше нет лечилок. Че у нас там? 209-я, да. Сюда. О, здесь темно. Но все равно как-то уютнее, чем во всем остальном здании. Блин, у меня же ни одной аптечки нет. Ни хрена не осталось. Все. Я вспомнил этот шепот омерзительный. Он отсюда шептал, блин! Что-то я на очке немножко сижу, если честно. Я в ожидании чего-то страшного. И даже не скримера. Вот мне нравится, что Silent Hill это никогда не была игрой о скримерах. Это что такое? Как будто силуэт. Здесь важна только атмосфера. Чертов манекен. Это что такое? Что, швабра? Странная штука, я не знаю, что это такое. Окей, вот так сделаем. Это что за кракен Ктулху? Часть уродливой фигурки. Нет, я понял. Оно идет за мной. Где она? Подохни, подохни. Эту часть мы превратим как раз таки в птицу. Судя по всему. Мне очень любопытно было все время. Да, отлично, отлично. Окей. Еще патроны. Вот патронами нас, конечно, закидывают щедро. Мне бы аптечку. Пофигу, давайте уже шприц. Я согласен, я возьму. Угу, я вижу. Вот в 211 мы пройдем с помощью... грубой силы, видимо. Или погоди, или это только с той стороны? А, нет, отсюда тоже можно. Хорош. Ну чё? Где-то здесь. Где-то оно здесь. Опять патроны, вы что? Да что же вы делаете-то со мной, а? Хотите, чтобы я сдох позорно? Или игра хочет, чтобы я, наоборот, не экономил патроны, как я обычно люблю делать? Чёрт, вау! Я не буду экономить. Упала. Еще контрольный. Ну, не в голову, конечно. Сюда. Блин, закрыто. Ты зарисовал, Джеймс? Нет, тут есть знак вопроса. Восклицательный знак, точнее. Восклицательный знак. Ага, фигурка. Все. Теперь у нас есть лебедя.
Давайте объединим вот с этим. Ну ты уродец. Короче, здесь никак. Тогда можно пойти. Качели. Да, на качели получается. Но только сначала нужно вот еще пройти. Вот сюда. Вот сюда. Есть! Наконец-то. Ага, вот, все, тупик. Дальше никуда. Наша цель здесь. Оу, нам нужно равновесие. Так, хорошо, хорошо. Идеально. Сразу просёк сделать ключ. Это ключ. Как раз таки от этой двери. Это удобно, не приходится дофига бегать, чтобы применить предмет. Нам нужно просто сюда. Это что за квартира? Ну-ка, обратно. Стоп, это первый этаж. Нам нужно второй. Как раз таки первый. Первый этаж! Мы вообще там не были. Все, уходим. Уходим вниз. Прыгнуть, конечно же. Ну и мерзость. Ладно, просто идем. Идем. Вот сюда. Что это? Это та загадка. Стоп. Но мы же в другом здании, да? Скажете вы. А нет. На самом деле, мы нифига не в другом здании. Мы вообще непонятно, в каком здании. Вообще непонятно, что происходит. Хорошо. Я, знаете, что думаю? Лучше пойти сюда, так как здесь недолго нужно будет идти. Тут, конечно же, закрыто, да, понятное дело. О, как здесь опрятно. Здрасте. Опа, что это здесь? Это ты. Yeah. Да. I'm James. Меня зовут Джеймс. Анджела. Анджела. Вспомнил, как ее зовут. Анджела. Okay. Ладно. Look, I'm not Слушай, не знаю, что ты задумала, но... Всегда есть другой выход. Really? Разве? What's the point? А какой в нем смысл? It's easier just to run. Проще убежать. Maybe it's all Может, we deserve. Так нам всем и надо? We. Нам? Me. Мне. You. Тебе. We're all the same. Мы все одинаковые. Like Я не такой, как ты. Are you afraid? Тебе страшно? Sorry. Извини. It's okay. Ничего. Did you find your mother? Ты нашла маму? No. Нет. Not yet. Пока нет. Did she live here? Она здесь жила? In this building? В этом доме? No. Не знаю. So all you know is that she lived Но тебе известно, что она жила в этом городе, да? What did you say? Что ты сказал? How did you know that? Откуда знаешь? Well, ну... I just figured, я так подумал, потому что ты ее здесь ищешь. How else would I know? Откуда же еще мне знать? Yeah. Да. Sorry. Извини.
А ты нашел, кого искал? Пока нет. Ее зовут Мэри. Это моя жена. Сочувствую. Спасибо. Прикольно, даже сделали, когда вот... Не знаю, почему я решил, что она здесь. Она умерла 3 года назад. Всегда, когда ты снимаешь, и сзади тебя источник света есть, уши просвечивают, они красными становятся. Она умерла? Не бойся, я не псих. Ну, мне так кажется. Я должна найти маму. Хочешь, я пойду с тобой? Здесь правда опасно. Теперь я понял, что ты хотела сказать на кладбище. Нет, не надо. Не хочу тебя задерживать. Может быть, ты... Я... Сможешь подержать у себя? Да, конечно. Если я его не отдам, я сама не знаю, что я сделаю. Нет! Прости меня! Я больше не буду. Только не... Опа, и ключ рядом еще. Вот такой вот ножик, вот такой вот ножик. Он уже окровавлен, она уже кого-то убила им. И еще ключ. Мне так нравится этот странный диалог. Они хорошо передали атмосферу оригинала. Диалог очень похож. Он такой непонятный. Во-первых, биполярка жесткая. Постоянная смена настроений, смена тона в голосе. Что это? Мне нравится, как поставлена сцена, что одного видно через отражение, другого видно как бы не в отражении. Кстати, здесь прям полноценное отражение, нормальное уже сделали. Видите, такое прям все. Окей. Пипец пролагал. Так. Это ее руки? Здесь отпечатались. Она смотрела, она что увидела в телеке, возможно. Так, ну получается, мы здесь просто нашли какой-то ключ. Погоди, а какой мы ключ нашли? Как включить инвентарь? Ключ... стойкости. Ключ стойкости? Что это значит? Я нашел ключ стойкости. Понятия не имею, что это такое. Страшно. Страшно, блин. Не надо. Что-то толкают. Это я отсюда вышел, да? Значит, нужно дальше идти вот сюда. Мерзкий скрежет. А, вот ключ стойкости здесь пригодился мне. Это что такое? Ну-ка. Буква С. Сейчас. И что-то мы опять зарисовали. Буква Си на двери. Я понял. Видишь? Куда пошел? Хоть наверх. К пламени. Александр Скрябин. Я думал, сейчас будет загадка с пианино.
И загадка с пианино — это первая часть Silent Hill. Пипец, как много времени я провел, чтобы решить ту загадку. Она была очень... очень простая, если подумать. Но я думать не умею, поэтому она была сложная. Нет, дело не в этом. Дело в том, что там была с подвохом загадочка. А я люблю подвохи. Окей, мы на лестничной клетке. Ой, блин! Черт. Все, сдохло. Пей давай. Стоишь. Окей. Итак, на другую сторону попал. Буква М. Значит, Г, С. Скотт. Скотт, понятно. Здесь мы найдем М. Милдред, там кто-то есть. Это бабочки. Вот что значит М. Нам еще рано сюда попадать. Стоп. А я же уже нашел. Все, мы откроем сейчас эту дверь, понял. Получается, где гребаные часы, чтобы к часам попасть? О, это... А смогу ли я, если мы, допустим, вот сюда пойдем? Блин, жутковато, жутковато. Согласен. Есть! Итак, вот куда указывает Милдред. Получается, на двойку. Получилось. Теперь мы идем... идем вот сюда. Мотыльки, бабочки. Смотрите, дырка. О-о-о. Вроде бы как в японской культуре это не очень хороший признак, да, бабочка? Я просто что-то слышал где-то про это, что то ли это символизирует смерть. Оу, посмотрите, какой огромный. И что мне с ним делать-то? Ударить, что ли? Только кресло испортил. Вот еще один. А! Блин! Значит, луна, глаз, череп, глаз, минус глаз и череп. Что? Давай-ка просто выломаем эту стену, и все, и нахрен эти загадки. С меня хватит, я домой. Это я попадаю в 201-ю. Туда тоже картина есть. Стоп, по-моему, что-то было... Может быть, надо было в другую сторону толкнуть? Смотрите. А! Вот как раз-таки я здесь. Я сюда смотрел. Окей. Теперь, если я еще раз посмотрю, я увижу что-то другое. Нет. Так. Надо понять, что я вижу. Ну вот это
Тут как раз таки нарисованы эти глаза. Кругляшки. Два кругляшка. Два кругляшка. Череп. И луна. А, так, погоди, погоди. Кажется, я начинаю... Наверное, начинаю. Череп и луна. А что значит... Что значит череп, луна минус кругляшок? И потом череп плюс кругляшок. Что это значит? Кто из вас понимает, что я пока туплю? Не знаю. Ну, то есть цифры, да, получается? Два. Два. У нас... Череп минус луна. А сколько лун изображено? Раз, два. И причем я вижу, что лунные крылья изображены, видите, они в разные стороны направлены. Либо здесь, либо есть с правой стороны. Вот как... Как вот тут вот. Ой. Они вправо направлены, а черепа всегда посерединке. Я вот сейчас вижу, что и здесь тоже кружочек один, всего один. То есть крылышки оторваны-то у левой бабочки. В общем, мой вердикт, мое сейчас умозаключение, которое я попытаюсь проверить. У нас раз, два, три, четыре, пять... Пять кружочков. Значит, кружочек — это цифра 5. Сколько у нас лун? Раз, два. И здесь 3, 4. И тогда получается у нас здесь 4 минус 5. Какая-то хрень. Наверное, 1. Пусть будет. Потом, черепов у нас сколько? Черепов 2. 2 плюс 5. Это будет 7. И 5 минус 2 будет 3. Так. Во! Я угадал. Первую цифру я угадал. А почему? Подожди. Луны минус кружочки. Ведь лун-то я посчитал правильный. Почему 3? Почему 3? А, погоди. Здесь еще один мотылек все это время лежал. Погоди, я что, случайно угадал остальные? Я все случайно угадал? Я неправильно считал? Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. 8 минус 5 будет 3, да, правильно. А, нет, я только, да, короче, только я с лунами неправильно посчитал. Ну, хорошо, я разобрался. Неважно, как я решил загадку, понятно? Неважно, как. Главное, что мы ее решили. Мы. Я решил ее. Вы просто наблюдали и фейспалм мы, скорее всего, делали. А зря, зря, зря. Ведь я решил и прошел дальше. Давай, Джеймс, Джейнс. Что из дырки достанешь? Это стрелка секундная. О, это плохо. О, это плохо. О, это плохо. Здесь кто-то есть? Я могу выйти. Значит, нужно будет снова подняться. А, нет, не подняться. Надо будет поставить на часы. Да. Поставить на часы. Тогда я смогу спуститься во двор. Фух. Срочно сейв. Итак,
А чё по Скотту? Скотт у нас, как там было написано? Скотт лежит ничком, не видит, что всё ниже. Это чё значит? Давай-ка. Вот так. Good. Ага, теперь надо валить вниз. О, что это у тебя здесь? А что это значит? Я также обратил внимание, как и в первой самой серии этой игры, когда я только в Silent Hill пришел, да, там был заваленный туннель, получается. Я почему-то на него так странно обратил внимание. Как будто какие-то флешбеки я ловлю. Как будто бы... Что? 208. Вместе навсегда. Давай приблизить хочу. 208. Это что, надо вернуться? А, я лучше посмотрю сразу. 208. Но туда никак не пройти. Не, давай я сначала лучше я пойду. Вот сюда. Вот, дверь Скотти ведь открылась. Интересно, я мог, может быть, все-таки попасть в 208-ю? Так, это босс-файт. Это, блин, босс-файт. Ну ладно. Куда стрелять-то ему? Или вообще пофигу? Релоуд! Мама! Уу! Увернулся. Ой-ой-ой-ой-ой! Ломает препятствие. А это что такое? Шприц, отлично. Ему неприятно. Вот эти выстрелы ему точно неприятны. Еще раз. Ускоряется! Это как в Dark Souls! Надо правильно тайминги соблюдать! Не надо торопиться с воротом! Так, обойти! Опа! Жопу! Получай! Че я? Что он делает? Что-то он психует. Он явно стал активнее. В первой оригинальной игре... Так... Меня убил! Ни хрена себе! Я, конечно, не питаю иллюзий, что я сейчас его грохну. Опа. А, ему пофигу, куда стрелять. Главное просто стрелять и уворачиваться. Па, хорош, Джеймс, молодец. Ты ювелир просто. А, хотел схватить меня, осалить. Опа. Вот так. Мало пулек. Да куда ж тебя...
Черт! Это я зря. Это я зря к нему попытался подойти. Он сразу меня наказал. Хотел пнуть его палкой. Ах, хорошо он мне всадил. Ну, в общем, да, я же помню, что с ним файт этот будет... он ни к чему не приведет, кроме как то, что он просто даст мне пройти дальше. Надо лечиться. Вот так. Слушай, мне эта 208-я, она не дает покоя. А, ну все. Я никогда не узнаю, что там в 208-й. Можно ли туда было пройти? Представляете? Я на улице. Несмотря на то, что этот город стрёмный, есть ощущение облегчения некого. Просто в этих клаустрофобных локациях очень неприятно находиться. И где же я? А вот где я прошел. Я прошел вон там. Я нахожусь недалеко от Нейтана Веню. Значит, сюда и пойдем дальше. С этой стороны не открыть. В машине ничего нету. Вот мы и встретились снова. Дрянная девчонка, наступившая мне на руку. Эй! Эй! It was you, wasn't it? Это же была ты, да? You're the one who stepped on my hand. На руку наступила. Maybe I did. Может быть. Офигела. Что ты вообще делает маленькая девочка? Не знаю. А что ты делаешь, взрослый дурак? Эй, это невежливо. Тебя родители не учили хорошим манерам? Что там у тебя? Не твое дело. Ты никогда не любил Мэри. Что? Стой! How do you know her name? Откуда ты знаешь ее имя? И действительно, это непростая девочка. И вообще, очень странно, да, видеть девочку, которая Винни-Пуха нарисовала? И очень странных животных. Это что, кот? А что это такое? Я один вижу голову и руки, обнимающие Винни-Пуха снизу. Очень странная получается картина. И Винни-Пух такой: «О-о-о, такого я не ожидал». Нам нужно в парк Роузвотер. И кажется, здесь не будет монстров, по-моему. По-моему. Я точно не помню. Окей, здесь ничего нету. Я пришел. Мэри. Неужели ты и правда здесь? Патрик Честер, сын Эдварда, сражался и умер за народ, за свободу, за наше общее будущее. Память о нем жива. А, типа, я ж, да, я ж с Мэри сейчас увижусь. Обезглавленные, неприятно. Сейчас, погоди, я должен посмотреть. Ага.
просто жмут руку. Газеты старые. Это нам вот туда нужно? Пойдем. Мэри? Ну, какое стрёмненько сделали. No. Нет. You're... Это... Not. Не ты. Do I look like your girlfriend? Я похож на твою девушку? No, my... Нет, на жену. Wait, wife. Она умерла. Невероятно. Лицо, голос. Ты как будто... Меня зовут Мария. И на привидение не похоже, так ведь? Видишь? Я теплая. Прости, я обознался. Эй! Ты куда? Я должен найти Мэри. Ты же сказал, что она умерла. А... Да, три года назад. Просто мне пришло письмо от нее. Письмо? Понимаю, как это звучит, я не... Тише, все хорошо. И что было в письме? Что? Что она меня ждет? В нашем особом месте. И она здесь? Anyway, я ее не видела. Is this your only special У вас place? Было только одно такое место? I don't know anymore. Я уже сам не знаю. There was было something, еще just, какое-то, но I я can't quite... никак не могу. Эй! Кажется, я знаю. Ну, то есть, здесь неподалеку есть одно место. Что за место? Место, которое любят парочки. Если хочешь, я тебе покажу. Или у тебя другие дела. Другие планы. Эй, ну ты что? Я же просто шучу. Пойдем. Нам туда. Ты пойдешь со мной? Может, просто скажешь, где она? Ты что, хочешь меня тут бросить? Я одну... Когда вокруг бродят такие твари? Нет, просто... Это потому, что я напоминаю тебе ее? Ты любил ее, да? Ладно. Пошли. Ты точно не против? Yeah. Да. Окей, у меня есть мнение насчет этого разговора. Просто я не знаю, к чему... Наверное, не стоит сейчас мне что-то там говорить по поводу. Просто идти дальше, плыть по течению, я думаю, стоит. Интересный дизайн у Марии. Пойдем. Интересный дизайн. Что-то меня в нем не устраивает. Во-первых, я вспоминаю оригинальную часть, и там было ощущение, во-первых, она была... не супер, конечно, красотка, но в ней было что-то очень притягательное, в той Марии. К тому же,
не знаю, возможно, это недостаток технологии в то время, но, в общем, вот это ощущение зловещей долины присутствовало, но даже если это был всего лишь недостаток, это прикольно работало на образ Марии. Ты ощущал, что что-то не так с этим человеком, как и, в принципе, со всеми персонажами. Из-за вот этого эффекта, возможно, недоработки технологии просто. Но я думаю, это было умышленно сделано. Ты идешь, Мария? Здесь она просто как бы девчушка, но у нее есть какие-то черты, которые меня немножечко отталкивают. Наверное, нижнюю часть. Возможно. Но, может быть, я сейчас к ней привыкну. Кстати, куда нам идти-то надо? Мария, куда идти? Может быть, карту включить? Ага, нужно будет как бы вот сюда, получается. Это твое место? Стоп. Что оно из себя представляет? Просто особое место, где всегда проводили время парочки. Проще будет показать. Окей, когда мне отведет, неинтересно. Смотрите, какая-то фотография. So far from home. Так далеко от дома. 14. Чего? 14? Что это значит? Пойдемте. 14. Да, тут Джеймс же смотрит на предметы. Видите, вот он смотрит на эти патрончики. Что они тут делают, непонятно. Так, у нас тут есть... Кто это? Просто женщина. Убитая ни за что. Хорошими, всеми уважаемыми людьми. Не такая уж редкость, если вдуматься. В каком смысле? В истории это повсеместно. Итак, жертва онских гонений Джен Кэрол жила честно и достойно. Да не забудут ее во веки веков. Окей. Да, в истории меня больше всего, наверное, забавляет два этапа. Это инквизиция и охота на ведьм. Сюда. Смотрите, тут что-то есть. У-у-у! Разбитый унитаз и хилка. Дай, братья. Так, и здесь еще один туалет, который, наверное, закрыт. Да, он закрыт полностью. Что ж, походу, здесь больше ничего особо нету. Надо вернуться на дорожку туда. Наверх пойти. Вот он, выход из Розуотер парка. И куда идти-то надо будет сейчас? О, у нас, видимо, огромный кусок города сейчас будет. А вон больница Брукхевен. Это то самое, блин, самое страшное, наверное, место. Одно из самых страшных. Ладно, не самое страшное. Оно было пипец каким жутким. Ненавижу это место. Но есть место еще пострашнее в этой игре. Это я потом. Мы дойдем до этого, я скажу. Вот, страшно. Ага, можно пройти через мотель. А, вспомнил, мотель какой-то был же. Джек сын, да, вот он здесь прям стоит. Можно типа сюда пойти. Но погоди. А что если я пойду вот сюда? Вот там можно будет как раз таки вернуться в обычную зону. В обычную зону, в которой мы были только что. А, хрена бы лысого. Здесь не пройти. И не надо. Нам в другую сторону. Откуда ты знаешь, куда нам надо? Смотрите, и здесь не пройти никуда. Угу. Только через мотель? Думаешь, бездна в тебя всматривается? Хорошо, если пойти вот сюда. Че у нас здесь? Тут явно люди хотят, чтобы мы потусили, да? Чтобы мы посмотрели что-нибудь. Чтобы мы нашли нечто. Опа! Она выкатилась. Выкатилась из-под машины. Там кто есть? Или это просто так катается здесь? Окей, вот сюда пойдем. Опа, смотрите. Домкрат. Нет предметов. Нужна какая-то рукоять. Рукоять.
Анна. Тогда пойдем сюда. Угу. Ну, здесь ничего нету. В таком случае в мотель? Или попробуем посмотреть, что вот здесь. Там нас ждет Нейтан Авеню. И какие-то дофига дали огромные. И далекие. Эй, нам не сюда. Мы прошли мимо мотеля. Погоди, Мария. Я сам решу, что мне делать. Я ищу всякие припасы, ты же понимаешь. Вот. Ой, блин! Мама, как я обосрался только что! За это тебя отпинаю. Все. Победил. Комментарии будут? Нет, она испугалась. Бедненькая, испугалась, да? Ведь не на тебя манекен напрыгнул только что. С явным желанием сексуального характера. Хорошо. Можно идти дальше. Пока что пускай дальше. Джеймс? А твоя жена, какая она была? Ну, то есть... Какая она? Ничего, а зачем тебе? Просто любопытно. Я не уверен, что хочу про нее рассказывать. Да ладно тебе. Ты сказал, что мы похожи. Хоть немного расскажи. Она... любила играть на фортепиано. Не так уж вы и похожи. Да? По-твоему, я не похожа на пианистку? Давай не будем. Хорошо, Джеймс. Не, я должен сказать, что мне очень нравится, как сделали Джеймса здесь, в этой игре. Он еще более индифферентный. Даже в сцене на пирсе он... в оригинале Джеймс был такой, боже мой, невероятно, ты так похожа на Мэри. А когда вот здесь, в этой игре, он такой, больше как будто сам с собой разговаривает. Он отвечает на ее вопросы, говорит с ней, но явно себе под нос. И мне нравится это дополнение в нем. Мне кажется, это как раз-таки так и должен был персонаж этот звучать. Полное отсутствие эмоций. И все к себе куда-то внутрь. Да, да, наверное. Постоянно о чем-то своем думает. Постоянно о чем-то своем молчит, что это такое пакет. Ты знаешь, что нам не сюда? Да, подожди минуту, ладно? Как скажешь, здоровяк. На удивление, нас очень далеко пустили. Я теперь все пройду. Я посмотрю вообще абсолютно все, на что могу посмотреть. Например, на... Опа, рукоять. Стоп, что? Нет, не подходи. Я тебя спас, Мария, запомни об этом. Ой, со всех сторон окружают, да? Пойдем сюда. Хотя... Что? Еще и ты? Ладно, давайте разберемся. Ой, я промахнулся. Они все на нее идут. Обливал мою девушку. Как ты посмел? Хорошо. А он ползать начал. Черт, и меня теперь обливал. Ладно, только мою девушку. Но меня... Это я не прощу тебе. Все, запинаю. Мама. Это ты сделал таракан? Нет, это ты! Отходим. Фу. Ладно. Не думал я, что это так грязненько все пройдет, но ничего. Бывает. Что? Еще где-то? Блин. Ой, блин, что-то их много стало. Что по карте у нас? Боулинг-клуб. Ладно, заспойлерю. Нам нужно будет в боулинг-клуб. Можно его зайти сейчас? Можно зайти? Я иду. Если хочешь, подожди на улице. Я посмотрю, что внутри, и все. Почему я должна ждать снаружи? Я подумал, вдруг ты не захочешь? Ты мне жизнь спас. Я рад. Да. Я тоже. Складывается у меня впечатление, что мне вообще сюда не надо еще пока. Но здесь есть припасы.
Тогда я на своем месте, там, где и должен быть. Кстати говоря, мой зоркий глаз заметил. Надо сохраниться. Угу. Так странно. Ну, странно, что я знаю, что я должен быть в этом месте. Но здесь ничего не происходит вообще. Ладно, пойдемте дальше. Игра нас пускает дальше. Значит, ничего страшного. Ну, во-первых, мы нашли рукоятку. Значит, игра хотела, чтобы мы сюда пришли. Здесь ничего. Так, с тобой я не хочу дело иметь. Нет смысла, нет смысла. Угловой дом. Эй, слушай, я только за то, чтобы погулять, но к цели мы не приближаемся на всякий случай, говорю. А, окей, хорошо. Эта дорога ведет из города. Знаю, просто... Я подумал, может, она где-то здесь... Типа Мэри. Вот как. Это тоже мне нравится дополнение. Она что-то комментирует, что-то говорит. Она не ведет себя как просто бездушный NPC, который за тобой следует. О, смотрите! О. Его убили эти твари? Maybe. Наверное. Какая уже разница? Да. Чтобы уйти, надо остаться. Чтобы уйти, обязательно надо остаться. Хорошо. Патрончики. Итак, мы огромный путь пробежали. Возвращаемся. Любопытно, что на обратном пути куча монстров начала спауниться. Блин, как хорошо, что я пошел туда, я домкрат сейчас использую. И, возможно, меня затарят. А, но я должен буду обязательно, конечно же, пролезть. Ты уверен, что это хорошая идея? Я уверен. Не парься. Уверен, подожди секунду. Ага. Так. Эй, ты там как? Да я только зашел, все нормально. Можешь меня впустить? Да, сейчас, секунду. У нас лора немножечко. Массовое увольнение в больнице Брукхейвен. Будущая больница под угрозой. Увольнения, о которых мы писали еще в прошлом месяце, не заканчиваются. Расторгнуто уже более 10 трудовых договоров, и персонал Брукхейвена сократился более чем вдвое. Стоп, если более 10 трудовых договоров расторгнуто, это что там было, всего человек 20? 22? Если ситуация не изменится, нехватка персонала не может не отразиться на пациентах. Брукхейвен – больница с богатой историей. Она была основана в 1810 году, когда в Сайлент-Хилле бушевала эпидемия смертоносной болезни. С тех пор обитатели Сайлент-Хилла всегда могли рассчитывать на помощь врачей из Брукхейвена. Впрочем, все чаще можно услышать мнение, что психиатрическая больница не должна находиться в центре города. Многие боятся нового происшествия, аналогично тому, что напугало местное сообщество 2 года назад. Круто! Немножечко лора получили. И теперь у нас есть еще немножечко патрончиков. Вот здесь можно ее впустить. Эй, ты что, бросил меня? А, стой, в смысле? Я ж тебя пустил. Наверное, тебе надо здесь пустить. Заходишь или как? А, с другой стороны. Есть что-то интересное? Относительно. О, смотрите. Получилось 20. 14, 20. Интересно. Это не от того сейфа, который был в предыдущей локации. У нас прям хорошо награждают. Очень хорошо награждают за то, что мы пошли и добыли рукоятку. О, можно еще вниз сходить? Нет, нельзя сходить вниз. Шикарно затарились. Так, все, здесь больше ничего нету. Ладно, теперь пора идти в мотель. Опа, здесь можно пролезть. Но пролезть нельзя, оказывается. Надо обойти. Вот здесь. Анчарт. Ты когда-нибудь останавливался в подобном месте? Стены такие тонкие, слышно абсолютно все. Любовь, ненависть,
Ревность. Да, слышно много. Я представляю, здесь очень тонкие стены в таких местах. А зачем она меня сюда привела? Она меня совращает? Она явно пытается меня совратить. Опа. Если что, я чиню трубы в 107-й. Хорошо. А вот и сейф. 14. Погоди, чё мы там? Это записки. А где фото? Странные фото, вот. Здесь. Нет. Рассмотреть. Перевернуть. 20. 14, 20. 14. 20. Или 20. 14. Это не отсюда. Это не от этого сейфа. Скорее всего, в 107-й мы найдем сейф. Код от сейфа, точнее. Так. 102. Сейчас придется расшерстить сначала по всем. Может, куда можно зайти? Опа. Заперто. Странно. Почему странно? Я... Неважно. Давай думать, как открыть. Нет. Нет, все не закрыты. Опа! Это 106-я. Уютненько. Этот номер. С ним что-то жуткое творится. Пойдем отсюда. Расслабься, Джеймс, ведь все лучше, чем бегать от этих тварей. Не уверен. Так. Почему-то Джеймсу здесь не по себе. Но здесь выглядит не так уж прям и плохо, на самом деле. Не настолько плохо. Хорошо. Наш номер находится... А вот там что? Ага, просто закрытое парковочное место. Вот номер 107. Но тут матрас непреодолимый. Да, мы через 108 пройдем. Мария, отойди. А, эй. Ты чего? Я пугаю ее. Can you let me in? Можно я войду? Смотрите. Это что? Погодите, это что? Номер Марии? В смысле, это просто наряд Марии из оригинальной Silent Hill 2? Или это просто как отсылку сделали? Надо пустить ее. Заходи. Так, здесь ничего нету. Примерно благодарна. А, понятно, надо пробить. Не бойся, Мария. Я просто гнев помещаю. Вот, мы здесь. Он куда-то смотрит. Вижу. Что это? 3 минус 1, 3 плюс 1, 8 минус 3, 0 плюс 1. Это пароль от сейфа. 1 минус 1, 0. 3 плюс 1... ладно, сейчас смысла запоминать нету, я потом посмотрю. На обратной стороне ничего нету. Окей. У нас теперь есть пароль от сейфа. Hey. Слушай, как думаешь, мне пошло бы? Так, мы можем ответить? Разумеется. Энтузиазма могло быть и побольше, но сойдет и так. Я что-то не понимаю. Погодите. Я не удивлюсь, если окажется, что эта часть Silent Hill не является как бы просто ремейком. Она, возможно, является неким событием в параллельном мире происходящем. В альтернативной реальности. Потому что... то есть, история та же, персонажи те же, но они чуть-чуть видоизменены. Некоторые сильно. Некоторые детали истории чуть-чуть искажены. И мы случайно нашли аутфит Марии из оригинальной части. И она такая... Мне бы пошло, то есть это явно не ее номер, но она каким-то образом узнала этот наряд. Или точнее, обратила на него внимание, что типа, она бы такой надела.
Это как... Я уже упоминал или нет, что когда, помните, мы подходили в первых в роликах по этой игре, мы подходили к каким-то местам, например, к проезду, к туннелю, где машина должна была проехать наша изначально, но не проехала, и поэтому мы обходили через лес и кладбище в самом начале игры. Там был туннель на подходе к Silent Hill, и когда я на него кликнул, был такой пум, странный звук и странный акцент на этом туннеле. И я такой подумал, что это, возможно, какой-то дежавю. Ну, иногда где-то в каком-то фильме, по-моему, в «Зловещих мертвецах» таким образом дежавю подзвучивали. Очень похоже было. Смотрите, здесь я не заметил. Тут сохранялочка, надо сохраниться. То есть, это же пипец как интересно. Джеймс, ты как? Чё? Эй, ты как? Ты вдруг застыл? Ничего, я нормально. Может, реально? Может быть, реально это является просто альтернативной версией? Я не могу дальше рассказывать свои мысли, потому что не хочу спойлерить. Но пипец, как это интересно. Так, нам нужно вот это. Значит, 0... 3 плюс 1, 4, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, 0, 4, 5, 1, есть. И тут у нас ключ. О! Ой, блин! Не смей! Гнида! Спасибо. Мари, за тобой глаз да глаз. Это ключ от ворот мы нашли? Да, ключ от ворот. Окей. Спасибо, Джеймс. Я бы, наверное, не справилась. Давайте сохранимся еще разочек. Главное, не отходи далеко. Все, можно идти. Интересно, мы вернемся к тому сейфу в самом начале, в первой части города? Ладно. Ура! Мы проходим. Я прохожу. Мы, Мария, мы справились. Пойдем сюда. Куда? Сюда куда? В боулинг-клуб? Ну я ж там был. Стоп, я мог и так пройти. Зачем мне вот это было открывать? Я вообще не понимаю. Так. Здесь лежит патрончик. Иди, пожалуйста. Окей. Что это за место? Неужели можно зайти внутрь? Ах, черт, нельзя. Но... Чего? Стой. Это разбитая бутылка, молоко и какие-то отпечатки. Я что-то должен здесь разместить. Я не могу зайти в дом. Отметилось? Особняк Болдуинов. Отметки никакой нету. Нет, здесь нельзя ничего разместить, это просто какое-то странное место. Что оно означает, пишите в комментах, я не знаю. Ага, вот здесь как раз таки будет закрыто, но может быть... А, нет, не просто закрыто, тут даже трещина в земле. Слушай, Джеймс. Чё? Да. 3 года — это долго. Что ты скажешь ей, если... Когда ты её найдёшь? Что я... Люблю её. Повезло ей. Что за вопрос такой? Просто вопрос, я же говорю. 3 года — это долго.
Три года это... Не знаю, потерять любимого человека, я думаю, такая рана никогда не затянется, на самом деле, до конца. Я иду вот здесь. Да, меня... Нет, меня не в боулинг. Это в боулинг не отметка. Это меня просто говорят, иди куда хочешь. Мне не надо в боулинг. Это там отметка, что сохранялка есть. Все, здесь ничего нету. Ладно, я думаю, надо просто гнать. Не знаю, здесь может быть столько всяких интересных находок. Я постараюсь их отыскивать, если получится. Сюда, например, пойти. Я слышу, мотор работает. Машина, 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 машина. Сюда нас просто не пускают. Что? Странно. Раньше можно было пройти. Well, а теперь нельзя. So, и что теперь? What now? Now we... Будем искать другую дорогу. Это нас ведут к тому месту. Пойдем. К тому месту, где машина работает, да. О, дверь открылась. О, монстры. Опять ветер, мать его. Отлично. Нет, мы что, лишимся палки? Все, никакой больше палки. О! Вместо этого у нас теперь труба. Джеймс. Джеймс. Не отходи далеко. Здесь тоже будет опасность. Почему машина работает? Он ползает гнида. Нам не обязательно сражаться со всеми. Кровь, патроны. Бери, бери. Умница. Ты знаешь, куда мы идем? А-а-а! Ой, как много. Ой, как много. Боже мой. Спокойствие, 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 спокойствие. Вот где-нибудь сюда. Куда-нибудь вот сюда. А! Нет! Ай! Пинают! Здесь бессмысленно со всеми сражаться. Надо просто валить. Я запутался, если честно. Я вообще не представляю, куда я бегу. По-моему, кругами бегаю. А! Да, и правда, кругами. Так, тогда еще разок. Значит, здесь можно было зайти. Это какой-то лабиринт. Они специально меня путают, да? Ладно, я сейчас много лута найду. Хрен. Вот. Стоп, куда ты смотрел? Наверное, на монстра. О! А, нет, нельзя прочитать. Хорош. Хорош. Идеально. Так. Так, 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 так. Мария, не отставай. Все. Ой, мама. Он просто догнал меня. Так, устранить. Устранить угрозу. Тебя поймали? Нет! Все, 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 все. Ты свободна. Иди, беги. Вот сюда.
Сейчас главное ничего не упустить. Ой, манекен. Не надо. Ага. Давай, проходи. Нас сейчас разделят, да? Сейчас обвалится, что-нибудь произойдет. Нет? О, кажется, мы спаслись. Все, ветерок прекратился. Ура! Ура! Неужели? Неужели? Где я нахожусь? Райская ночь. Райская ночь, детка. Я знаю, что это за место. Вот куда она меня вела все это время. Они немножко упустили здесь, конечно, момент. Упустили. Комично довольно-таки, но прикольный при этом. То есть, когда она доставала вот отсюда ключ, в оригинале там Джеймс, он такой, как бы, хотел подсмотреть. Подсмотреть, он такой, он немножко дергался, ему было любопытно. То есть, его индифферентность здесь пропала в этот момент. Что хорошо играло на историю, мне кажется. Но ничего, в целом, здесь тоже более-менее это все отыграно. Так, ну Мария так уверенно пошла вперед. У нее есть ключ от этого места. И это место называется... Как оно называется? Райская ночь. Ну вы понимаете, что это за место. Так. Здесь есть... Итак. Раз и все. Ready to kill it. Ага. Не, готова отжигать. Мне кажется, более правильный перевод. 12. Погоди, сколько таких в итоге будет цифрок? У нас уже 6. Что? Почему она закрыла? Мария? Зачем ты закрылась? Мария? Мария. Hello? Эй! Чё за нафиг? Чё за нафиг? Отличная хилка. Нас зовут на сцену. Ты сейчас заставишь меня танцевать или что? Или, может быть, станцуешь мне? Я никуда здесь не могу пройти. Это, в общем, стриптиз-клуб. Вы поняли. Да, она будет, походу. Интересное, интересное дополнение. What? Чего? Ой, ладно тебе, не смотри на меня так. I was just kidding. Уже и пошутить нельзя. What is this? Что это? Is this... Это и есть твое особое место? Don't be silly. Нет, конечно, не глупи. Just have to пройдем насквозь и все. Then again, с другой стороны, раз уж зашли. Can't we stay? Давай отдохнем. Just for a little while. Хоть немножко. Немного переведем дух, а потом пойдем дальше. У меня нет времени отдыхать. Mary could be out there. Что если меня где-то ждет Мэри?
I know. Да, да, знаю. Просто... It's just... This place, this... Это место один большой кошмар. Мне захотелось немного забыться, хоть ненадолго. Прости, я... No, it's... Ладно, давай. Fine. Sorry, I didn't... Прости, я не хотел. Она манипулирует нашими эмоциями. Видимо, я уже тоже на грани. Двойной виски, пожалуйста. Am I crazy? Я схожу с ума? You know, for... Ну, думаю, что она может быть здесь. She could be here. Crazy is one word. Наверное, можно сказать и так. I can think of another. А можно и по-другому. What's that? И как? Hopeful. Это лучик надежды. Well, that's a nicer way of putting it. Так звучит гораздо приятнее. Here. Вот. What are you doing? Что ты делаешь? Something to take the edge off. Похоже, поможет снять напряжение. Двойной виски. Колу еще надо. No? Не хочешь? You sure? Точно? Fine. Ну, как хочешь. That way. Here's two. За... To hope. За неугасающую надежду. Нет, я уже все, я беру свои слова обратно, все мне нравится на самом деле. И даже новый дизайн персонажей мне нравится. И все хорошо работает. Я чувствую... вот это ее взгляд. Пойдем, наверное. Я чувствую ее взгляды, как она отыгрывает хорошо. То есть, если я сравниваю с предыдущей, оригинальной частью... Веди. Я не говорю, что типа здесь плохо. Просто я думаю, вам, возможно, интересно, особенно тем, кто играл в предыдущей части, мое мнение услышать о том, как оно воспринимается, как было раньше, как сейчас. То есть не, это все не в негативном ключе. Мне кажется, что ремейк очень хорошо сделан. Прям вообще отлично, я бы сказал. Опа, сохранялочка. И мне нравится вот этот диалог, который сейчас здесь был в оригинале. Его, кстати говоря, не было. Ну чё, пообщаемся? Если что, я готова уходить. Только скажи. А уходить куда надо? Куда уходить-то? Я здесь сохранился. Ладно. А, погодите. Можно еще всякие постеры посмотреть. Коих... Что? Что написано? Buy? B-Y? Что-то должен увидеть на этих плакатах особенное. Is that you? Это ты? А тебе как больше нравится дом? Угу. Так. Нет, это место надо хорошо посмотреть. Что это? Бюро находок. Обручальное кольцо. Понятно. И здесь, в общем, одна сплошная похоть. Ладно, давай. Потанцуешь для меня, здоровяк? Я готова заплатить. Ну чё? Ладно, я одет как Джеймс, поэтому я это сделаю. Я думаю, очень много зрителей отключилось на этом моменте. Ну и зря, пропустили мега-секси момент. Девчонки остались, конечно же, я уверен. Ладно, идем, наверное. Да, походу, уже здесь нечего ловить. Я готов, Мария, я прям готов. Все, пойдем. Right, ладно, давай. Come on.
Ну так отходи. Проходи. Какая она неторопливая. И причем забавно, как она держится. Если захочешь, зайдем сюда еще раз, когда захотим немного отдохнуть. Мне кажется, не стоит. То есть она держится хорошо. Ну ладно, выбирать не приходится, правда же? Она ведет себя сексуально, она старается с нами как-то поговорить по-дружелюбному, и при этом видя наш, вообще наш мега-игнор, не сдается, продолжает. Но есть моменты, когда ее накрывает немножечко эмоционально. Где я оказался? Вот. Идем куда-то дальше. Куда дальше, понятия не имею. Просто дальше по улице. Как же меня пугают эти стены, завешенные этими тряпками. Еще вот в оригинальной игре я прям не мог на них смотреть. Они всегда меня пугали. Это что, дверь? А, черт. Ну ладно. У нас по карте только путь получается направо. Ой, прямо и налево. Прямо и налево. Все, уже недалеко. А куда теперь-то ты мне? Ты знаешь, куда идти дальше? А, да, она показывает место для особых. Особое место для парочек. Ща. Смотри, вот здесь можно пройти. Все окей, ничего не пропустил. Нет. А, нет, это стоп, это монстр именно? Это монстр. Здесь ничего нет. А, это жук. Опять они. Надеюсь, это просто жук, больше ничего. Оу. А где я вообще нахожусь? Что за место? Театр мечта. Я помню, в школе ходил в кинотеатр «Мечта», когда, я бы сказал, это была заря киноиндустрии в России, на кинотеатров. Пришли. Она про это место говорила? Именно... Да, я что там говорил? Про кинотеатры? Да. Ну, в общем, назывался кинотеатр «Мечта». Я там впервые сходил в кино. Сам. Забыл, как называется фильм. «Цыпочка», по-моему. Где играл Роб Шнайдер. Он поменялся телами с девушкой. Что-то такое. Не помню, почему я на этот фильм пошел, не помню. Меня друг школьный позвал. Типа, пойдем на это. Вот. Да нормальный был фильм, на самом деле. Что это за место? Куда? Сквер? Не просто сквер. Допустим. Не думаю, что я здесь хоть раз был. До нее буквально пара шагов. До нее... На нее? Так. Статуя... Да кого? Нее? В наших краях рассказывают одну историю. Местная легенда. Про одну изгнанницу, которую приговорили к смерти на острове. Но один мужчина из города безумно в нее влюбился. Каждую ночь он втайне греб через все озеро. С едой и... любовью. А она каждую ночь выходила на берег острова с зажженной свечой, чтобы указать ему путь. Но однажды случилась страшная буря. Она накрыла его в пути, а свечу задул ветер. Даже во тьме он ни за что не хотел сдаваться. Он не хотел поворачивать назад.
и боролся с бушующими волнами, пока в конце концов не утонул. Говорят, женщина не теряла надежду до самого конца. Каждую ночь выходила на берег. Каждую ночь зажигала свечу, чтобы указать дорогу любимому, чтобы он приплыл к ней. Не знаю, правда это или нет. Наверное, просто сказка. Но она стала, можно сказать, местной святой, покровительницей бессмертной любви. Так возникло это место. Ее здесь нет. Что? Ее нет. Да из чего бы? Я не помню, чтобы мы здесь были. Это была ошибка. Зря я сюда пришел. Эй. Ничего. Можно проверить другие места, это еще не... Что? Пойдем. Что? Я боюсь пропустить еще фотографии. Окей, здесь ничего нету. Кажется, кричали в кинотеатре. Я что-то не особо расслышал крик, если честно. Ага. Идем в кино... Погоди, это кинотеатр мечта все-таки? Но я... Пройти-то не могу. А, могу. Ты в порядке? Да. Может, лучше подождешь здесь? Ладно, я не очень люблю ходить в кино. Джеймс, что? Будь осторожен. Да. О, как скучно. Зато минуту назад было совсем не скучно. Орала, как резаная. Видела бы ты себя. Я же говорю, там была крыса. Как прыгнет на меня из кресла. Если бы она на тебя прыгнула, ты бы тоже заорал, жердяй. Эй! Ты чё обзываешься? А почему ты тут? Ты же говорил, за тобой гонится полиция. А, не, они от меня отстали. Плюс я перекрыл вход, так что сюда никто не пролезет. Ни полиция, ни эти твари. Это жердяй с девочкой. Ты странный. Угу, мне все это говорят. Ну, мне тоже говорят, что я странная. А еще они на меня кричат. Особенно, когда я не слушаюсь. Ты тоже не слушался? Из-за этого полиция на тебя разозлилась? Не знаю. Может быть. А почему ты просто не извинишься? Я всегда так делаю. Они не послушают. Меня никто не слушает. Опа, они меня услышали. Ты тоже это слышала? Блин, прикольно они заменили. То есть, я ж поэтому говорил про боулинг, что я там ожидал... Я ожидал встречи вот с ними в боулинге. А теперь это кинотеатр, который называется «Мечта». Это очень забавно. Ребят, вы здесь?
Девчонка убежала. Эдди? Эдди? О. О. Джеймс. Джеймс. Мы встречались в жилом комплексе. Да. Помню. Чем хавает. Вижу, ты еще в городе. Угу. Пока что задержался. Рад, что к тебе вернулся аппетит. Откуда он еду здесь взял? Пиццу целую. Are you alone here, Eddie? Эдди, ты тут один? No. Нет. Какого черта? Наверное, Лора развлекается. The little girl? Та девчонка? Laura? Is that her? Лора? Ее так зовут? That's what she said. Мне она так сказала. I'm gonna go look for her. Пойду ее поищу. You coming? Ты со мной? Now you want me to come with you? Значит, сейчас ты вместе хочешь пойти? Never mind. Ну и ладно. Какой неприятный, какой неприятный. И как он отставил эту корзинку свою, когда мы сказали, о, к тебе аппетит вернулся. Он как оскорбление это посчитал, или это, типа, мы его обидели. Откуда она, эта девочка? Не знаю. Я знаю только, как ее зовут. Честно. Может, ты же собирался ее искать? Ты бы поторопился, а то Лора девочка шустрая. Ну-ка, может, еще чем можно? Как хочешь. А, все мы проговорили. А в какую сторону-то идти нужно? Между рядов не пройти, значит, можно не пытаться что-то там искать. Вот куда-то сюда нужно, судя по всему. Блин, как здесь темно. Опа! Вижу. Лора! Собственно, там что-то было. А, это просто свет. Свет ступенек подсвеченный. Подсвеченный свет ступенек. Черт, это наверх, да, правильно, вот сюда. Ну, естественно, ее здесь не будет. Здесь скримеры должны быть. Hey! Вот она. Эй! Я помню, что они решили сделать в этой игре. Они как бы более оправдали присутствие музыки. И таким образом, музыка, которая играет в этом моменте, в оригинале, играет здесь из радио. Она не является музыкой поверх геймплея, которую слышит только игрок. Это достаточно интересное решение. Я, может быть, даже его подтырю. Допустим, в какой-то момент при создании своих работ... Во время монтажа можно будет использовать и такие штуки. Так куда же ты хочешь, чтобы я пошел теперь? Если сюда никак... Ну, а, ну вниз только получается. Хорошо. Угу.
Черт. Это Эдди сидит. А. То есть... Я был уже в этом месте или нет? Да, я здесь зашел, но я пропустил каким-то образом этот шкафчик. Лора, стоп! It's dangerous. Лора, стой, там опасно! Ну, скотина. Ну... Ладно, я сейчас за ней пойду, только быстренько в туалет. А вот тут что полезное будет. Опа! Патрончики. В туалете всегда полезные вещи лежат. Хорошо, все, можно идти. Но погодите, туалет номер два. Тут тоже что-то будет. Еще патрончики. Это мужской. И в мужском. Заперто. Опять разбит. Кто разбивает все эти унитазы? Странно закрыты. И получается, что кто-то внутри закрылся. Все, выбегаю. Опа! Мария? Ты не видела девочку? Видела, я пыталась ее остановить, но... Она убежала туда. Ничего, мы ее догоним. Где я нахожусь? А, вот там боулинг, значит, нам прямо... Мы идем к больнице. Мы идем к больнице, ребят, мы идем к больнице. Мы идем к больнице, это стрём. Это стрём. Интересно, как это будет здесь осюсяться? Осюсяться — это дикий ужас. Так, а можно ли еще куда-нибудь сходить? Значит, в эту сторону можно, кстати говоря, быстренько. Лора никуда не денется, все будет с ней хорошо. Можно быстренько посмотреть, что здесь. Ну ладно. Ну, просто иногда тут трупы бывают, но здесь вот, вот патрончики, что тоже очень хорошо. Ну, очень хорошо. Я здесь? Я здесь. Джеймс. Джеймс, смотри. О, она забегает сюда. Войти в больницу Брукхейвен. Я еще не вошел, а мне уже ачивку дали. Сейчас, погодь. Прежде чем мы попробуем войти... Я попробую сбегать вот сюда. Как же тихо. Слишком тихо. Опа. Что за переулок? Там будет закрытая дверь. Закрытые ворота, которые можно, наверное, с этой стороны будет сейчас открыть. Ой, нет, никак. Итого у меня уже 83, точнее 93 патрона. Все занавешено. Эй, пошли, надо ее догнать. Да, я знаю, прости, сейчас просто... Просто любопытно что-нибудь отыскать. Что-нибудь эдакое. О! Медикаменты. Стерильный шприц. Не подумайте, он обязательно стерильный. Мы же рядом с больницей. И еще вот этот путь я быстренько посмотрю. Здесь закрыто. Ну, шлагбаум нет. Если шлагбаум, нельзя проходить. Даже если никто не смотрит. Я помню, как-то давно еще был школьником, показывал папе своему Silent Hill 2. То есть, типа, говорю, смотри, какая игра классная. И я в этот момент, помню, взял бензопилу и бегаю себе, и натыкаюсь на препятствия с этими, как его, с досками, которые ограждены досками. Папа говорит, логично, мол, ну, распили доски и пройди. Я такой, ну, нет, так не работает, понимаешь? Так нельзя здесь.
Он такой, ну это нереально. Нереально, какая-то нереалистичная фигня. Тупая игра. Я такой, я подумал, как забавно, на самом деле, поколение предыдущее, оно рассуждает об играх как о чем-то, вот что... Они основываются на своем жизненном опыте, то, что они именно прошли. У них нету игрового опыта. Ладно, идем в Brookhaven Hospital. Стоп. Сохранялочка нужна. Здесь по-любому должна быть. Сейф для оружия в больнице? Yeah. Да, но там пусто. Правила безопасного обращения с дробовиком. Что там сказал, я не услышал. Не направляй на людей. Всегда держите оружие так, чтобы случайно выстрел не привел к нежелательным последствиям. Окей, хорошо, это я понял. Нам тут спойлерят, что у нас будет дробовик скоро. Ага, бакшот. У нас точно будет дробовик. Добровик. Так. Нужна карта. А вот и карта, спасибо. Господи, как много мест! Господи, как много мест! Больница Brookhaven. Это ОК. Что значит ОК? Наверное, октябрь 1920. Нет, CA это штат, наверное. Куда она делась? Не знаю. Давай посмотрим. Помните, симптомы депрессии. Сниженный аппетит, либо значительный набор веса. Бессонница, либо сонливость. Потеря интереса к обычным занятиям и удовольствия от них. Сниженная самооценка. Нарушение концентрации внимания и мышления. Если вы заметили за собой эти симптомы, безотлагательно обратитесь к врачу. Вас напичкают антидепрессантами и... Вон она! Лора! Лора, стой! Все хорошо, мы тебя не обидим. Чтоб тебя. Почему она от нас убегает? Мне кажется, я ей не нравлюсь. А почему? Не знаю. А, она закрылась. Ну, гадина. Она везде оставляет эти рисуночки. Я пришел отсюда, кажется, но можно пойти ниже. Опа. На что это мы смотрим? Патроны. Пусто. Здесь нужен ключ от подвала. Окей. Сюда можно пройти. Лифт не работает. Все нафиг закрыто. О, и решеточки, разумеется. И чё, и того? У меня нету никакой возможности сюда пройти. Я могу в другую сторону вернуться сейчас к вестибюлю и пойти дальше. Стоп, а может быть я могу просто выбить стекло? А нет. Или да. Или, конечно же, да. Что такое? Не знаю. Будь начеку. Так, я вижу. Смотри. Я напишу так, чтобы ты наконец-то запомнила. Идешь в вестибюль, смотришь по сторонам, запоминай. Медсестры, доктора, деревья. Чё? Ладно, это взял. Медсестры, доктора, деревья. Это какой-то пазл, видимо, нас ждет там. Вот так мы открыли эту дверь. Хорошо, посмотрели. Неплохо, неплохо. Да, здесь закрыто. Странно, что нам в рожу не пихают сохранялку. Я надеялся ее получить прямо сейчас. Может, в туалете?
Не так жутко в этой больнице, на самом деле. Нету клаустрофобного ощущения. Кстати говоря, вот, да. Ни в одной из локаций, даже в апартаментах, нету клаустрофобного ощущения. И я скажу, почему такой эффект, и почему его невозможно будет добиться в играх вот с таким типом визуализации. Не визуализации в плане графики, а в плане, когда камера за плечом стоит и от третьего лица вот так снимает. Ты можешь обсмотреть абсолютно все всегда. И вот тем была хороша вторая Silent Hill и та механика камеры, тем, что она выбирала ракурс для тебя. И она, снимая тебя вот чуть-чуть сверху, показывая, что ты зажат в стенах коридоров, и на тебя кто-то сверху смотрит, создавала ощущение клаустрофобии. Так, доктор Хьюз и доктор Аткинсон в саду. А именно из-за того, что она выбирала ракурс, и многие жаловались, что это пипец как неудобно было, но это очень хорошо работало на игру, потому что это был небольшой дезориентир в пространстве, из-за чего все время казалось, что какой-то сюр происходит, что ты не совсем контролируешь себя как игрок, как Джеймс. В связи с повторяющимися случаями потери ключей, с сегодняшнего дня все ключи в конце смены возвращаем в шкафчик. Все сотрудники должны запомнить код и ни при каких обстоятельствах не раскрывать его никому, кроме персонала больницы. По всем вопросам обращаться к старшей медсестре. Смотровой кабинет 3. Хорошо. Ты чего? Ты чего? Это что сейчас было? Это ты что сейчас сделала? Тут что-то было? Ладно. Директор запрашивает карты 3 особо важных пациентов. Понятно, каких. Будьте добры, отнесите его в кабинет. В его кабинет, точнее. Хорошо. Кабинет директора это где? Я не вижу. Я не вижу. Я в раздевалку не сходил. Сейчас, быстренько, приемный покой. Войти можно, прочитать. Ой, там что-то страшное было. Ветерок дунул. Кстати говоря, наконец-таки сохранялка. На этом, я думаю, мы закончим играть в Silent Hill. Продолжим в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Не забывайте про колокольчик, потому что зацените вот эту фигню. Зацените вот эту фигню. Целых 30% людей смотрят без подписки. Вы просираете уведомления, друзья, когда выходит видос. Поэтому ставьте колокольчик и жду вас на следующем видосе. С вами был Юджин, и всем пять!